Працаваць хутка і якасна. Конкурс «Мінскі майстер» прайшоў сёння ў сталіцы. Выбралі лепшага дарожнага рабочага. 11 удзельнікаў прайшлі 3 этапы. Тэарэтычны конкурс і 2 практычныя заданні. За спрытнай працай майстроў назірала і Антаніна Станкевіч. Победу хачу, а там што Бог даст. Але конкуренция сегодня довольно высокая. Удел у конкурсе прямая минулогодний триумфатор, майстер с Першамайского района Василь Каляда. Усяго за 5 хвилин он выразает аккуратную яму на профессийной мове дорожника у карту. Такий рекорд побить довольно непросто. А сколько вы в среднем таких ямок делаете вот за день за ваш работу? За день много. Штук 150-200 может. Смотря какая ямка. Есть маленькая ямка, большая ямка. Есть побольше. Много делаем. Журы звертают увагу не только на худкость, але и на якость. Такая ладка повинна протриматься на дороге долгий час, а тому специальная комиссия уважливо сочит за выполнением усих технологичных потребований. Задание всегда типовое, это то, что они делают ежедневно. Единственное отличие, это то, что все будет прямо в онлайн-режиме контролироваться, и нужно на скорость сделать действительно качественно, потому что от этого зависит очень много. Удел у конкурсе прымаюць 11 майстроў з усіх арганізацій сталічнага гарра-маўтадара. А ўжо пасля аб'яўлення вынікаў іх можна будзе сустрэць на вуліцах горада. Работу для конкурсантаў сёння ніхто не адмяняў. Ёсць еще у нас участкі уліц, праездаў, переулкаў, дзе необходимо выполніць ямачны ремонт. В основном это улицы, если смотреть так масштабно в каждом районе, в основном это улицы второстепенные спальных районах. Лепших по профессии чакае не только признание коллег и подяки кіраўніцтва, але и грошовой премии. Например, за первое место 1 800 000 рублей. Уже праз некоторый час на месте вось гэтых ям з'явятся аккуратные заплатки. И, быть может, это не самое идеальное вырашение проблемы, але ездить по таких дорогах куды больше приемно. Антаніна Станкевіч и Дмитрий Чумак, агентство «Теленавін».